как у тебя дела? Надо все как следует проверить. Да, судя по зеркальной поверхности, все готово. Блестки-увеличители! Этот эксперимент изменит мир! Добавим еще блесток! Сэмми, это что за беспорядок? Это научный эксперимент! И какова его цель? Я хочу вырастить самую большую в мире куклу Лол! Но ты меня отвлекла, и теперь ничего не получится! Придется начинать все сначала. Готовить куклу к процедуре, выстраивать температуру. Ой, простите, мистер ученый, но есть способ проще. Пойдем, я тебе все покажу. Привет, ребята! Сегодня у нас с вами очень важная задача. Надо исправить все, что я испортила. Мы сделаем очень большую куклу Неон Кьюти, если быть точным. Но сначала надо все подготовить. Подготовить? Я готов ко всему! Нет, Сэмми. Я имела в виду, что надо вырезать все детали. Больше ни слова. Вау, ты сегодня такой быстрый и энергичный. Приступим. Итак, Сэмми, я смотрю, тебя очень воодушевил наш сегодняшний крафт. Конечно! По-моему, шитье – это почти магия! Мы уже шили разных кукол, рюкзак-монстр и даже одеяло! Ребята, а вы видели эти видео? Я очень их рекомендую! А если хотите, чтобы мы снимали больше таких сюжетов, ставьте палец вверх! Фух, я немного устала, но впереди еще столько работы! Хочешь сказать, эта стопка не все, что понадобится? Лучше бы помог, а не упрекал! Фух, да это легче легкого! Крибле, крабле, суп, крибле! Шитье и правда настоящая магия, ребята! Я тут подумал, тебе очень повезло, что я твой друг, Сью! Это точно! Но сегодня у меня будет еще один помощник! Та-да! Похож на робота! И не очень-то доброго! Давай объясню, как это работает! Все очень просто! Нужно просто следовать указателям на самой швейной машинке. Если честно, самое сложное тут выбрать нужный цвет ниток. Швейная машинка очень полезна, если нужно что-то быстро сшить. Да, это так, но я предпочитаю действовать по старинке. Продеваем нитку в иголку, опускаем лапку и... Ребята, швейная машинка не игрушка, так что лучше попросите взрослых вам помочь. Просто признайся, Сэмми, ты тоже хочешь попробовать. Поехали! Сью, смотри, я тебе кое-что принес. Отлично! Мы набьем деталь наполнителем, как пельмень фаршем. И получится фаршированное ухо! У меня еще одно есть. Сэмми, а я и не знала про твое дополнительное ухо. Пока отложим их. Репортер Сэм в прямом эфире. У меня вопрос. Сью, а ты знаешь, как появились куклы Лол? Хороший вопрос. Нас ждет интересная история, ребята. Говорят, Исаак Лариан, глава компании MGA Entertainment, однажды посмотрел распаковку айфона и решил сделать идеальную для распаковки куклу. И как по мне, он в этом очень преуспел. Мы уже распаковали много кукол Лол из разных серий. Посмотрите все выпуски, ребята. И еще одна булавка. Сью, а зачем тебе столько булавок? Чтобы аккуратно сшить деталь, конечно. Хотите фокус, ребята? Оп! Круто! А если вы хотите увидеть результат, оставайтесь с нами! Я что-то пропустил? Совсем нет. Я только собиралась добавить туловище немного объема. Вообще-то я могу этим заняться. Осторонись, тут работает профессионал! Вперед! Джеронимо! Вуаля! Вау, смотрите, ребята! В качестве набивки используем полиэстер. А теперь нам понадобится это. Хм, Сью, а что ты делаешь? Я укрепляю части тела нашей куклы, чтобы они крепко держались. Трубка станет шеей, а деревянные палочки – суставами. Чик-чик, чик-чик-чик-чик. Эй, Сью, как дела? Сэмми, я немножко занята. А я ноги сделал. Вау, спасибо! Нашей кукле они точно понадобятся. Она уже так здорово смотрится. Ты только не обижайся, Сью, но кое-чего не хватает. Ты правда думал, что я могу забыть про руки?
Ребята, что вам больше нравится? Распаковывать кукол Лол или играть с ними после распаковки? А если и то, и другое, как мне, например, ставьте лайк! Так нечестно! Но когда дело касается кукол Лол, по-другому никак. И все серии такие крутые, что просто невозможно остановиться на какой-то одной! О, да, я тебя понимаю, поэтому я и обожаю распаковки. Теперь нужно сшить края. Сью! Мы еще не обсудили ее наряд! А ведь это самое важное! Ты прав. Но разве тут что-то непонятно? Мы воссоздадим наряд самой куклы Неон Кьюти. Сью, тогда надо внимательно рассмотреть настоящую Неон Кьюти. А кофточка уже готова. Смотри. Ну что, примерим? Кукла называется Неон не просто так. Вы только посмотрите на цвета ее наряда. Они все неоновые. Самая интересная часть впереди. Увидимся через секунду. Может начать с этой детали? Или лучше с этой? О, кажется, я придумала, как сделать. Посмотрим. Вау, круто! Просто невероятно! Куклы Лол славятся своим гламурным стилем, так что я должен соответствовать. Ого, ты так серьезно это воспринял? Выглядишь, кстати, потрясающе. Ну, это неудивительно. Ты же понимаешь, что я дизайнер одежды. Мне можно доверять. И что ты хочешь? Я знаю, как воссоздать невероятный стиль Неон Кьюти. А помощь тебе не нужна? У меня уже все готово. Отлично, можно посмотреть. Мы уже сделали блузку, колготки и ботиночки. Я тебе полностью доверяю, Сью. Ты не раз доказывала, что твой вкус просто безупречен. Мне так приятно это слушать. Спасибо, Сэмми. Сью, а ты знаешь, какую прическу у кукол Лол я люблю больше всего? Сложно сказать. Тогда дай-ка я тебе кое-что покажу. Неон Кьюти, твоя прическа уже в пути. О, как здорово получилось. Но чего-то все равно не хватает. Как мы могли забыть? Что же делать? Нельзя же ее без лица оставлять! Сэмми, без паники, ладно? Спасибо, Сью, но я лучше пойду. А мы спокойно завершим этот шаг. Мне нравится, но надо еще немного доработать. Ребята, обязательно попробуйте этот крафт. И не забудьте про нос. Сьюзи, ты пока надевай юбку, а я куртку принесу. Благодаря этому крафту вы не только здорово проведете время, но и сошьете невероятную куклу Лол. Сэмми, что там с курткой? Секунду, я почти все. Хорошо, но надолго не пропадай, ведь наши зрители очень хотят посмотреть, что получилось. Уже бегу, вот. Воу, ого, как неожиданно. Так быстро, как вам такой трюк? Вау, какая она классная! Сью, перед тем, как мы посмотрим на нашу куклу, давай проверим, все ли на месте. Итак, ботиночки есть. И классный наряд? Есть. Идеальная прическа? Есть. Как насчет потрясающего макияжа? Есть. Вау, она же один в один Неон Кьюти, только лучше, потому что очень большая. Я с тобой полностью согласна. Давайте увидим ее во всей красе. Ладно, ну нет, слишком тесно. Ну не знаю, это должно быть нечто особенное. Но точно не тут. Сэмми, ты чего по всему дому рыскаешь? Я пытаюсь найти лучшее место для нашей куклы. А, надо было сразу у меня спросить, я уже определилась. Подожди меня, Сью! Как тебе, одобряешь? Целиком и полностью, Сью. Ребята, если вам понравилась наша поделка сегодня так же, как и нам, ставьте лайки. И поделитесь этим видео с друзьями, чтобы можно было собраться и вместе сшить такую же куклу. Не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить другие наши видео. И подписывайтесь на наш канал. Моя прелесть.
Mm-hmm.